Всем привет! С вами Комаров Виталий. И сегодня мы будем изучать, что такое и его построение отвода. Простого отвода вентиляционного, который идет на вытяжки и на всякие такие штуки. Но почему-то мне вспомнилось случай, когда я училище закончил, и я встретил одного дедка, профессиональный жестянщик, и он меня спросил. Ну, старый такой. Ну, что для жестянщика самое главное? Ну, я начал там. Для жестянщика главное — это линейка, там, градусомер, чертилка, штангенциркуль, там и всякое множество. Он мне говорит: неправильно ты говоришь. Для жестянщика главное — это, первое, мотолок, мерилка и формула. Вот. Мотолок – это молоток, мерилка – это линейка, и формула, как же вы догадались, это формула. Так вот, для построения таких отводов требуются формулы. Это самое главное в профессии жестянщика, любого жестянщика вообще, который вот работает на дому, который умеет, что-то должен уметь делать, это знание формул. Так вот, к таким вот отводам применяются вот эти вот формулы. Но для начала нужно знать, что же это такое отвод, из чего он состоит, вообще, что это такое, где что называется. Правильно? Так вот, вот этот вот отвод, он вот отсюда, вот где от руки и до руки, и вот так вот. Это вот, ну, практически вот этот самый отвод, тот, который положен, который должен быть. Это я сделал, как говорится, под свои нужды. Этот патрубок можно сделать короче, длиннее и прям вообще к трубе какой-нибудь, к трехметровой приклепать, если желание есть. Но высчитывается тот он так вот. Так вот, вот этот отвод состоит из двух стаканов. Вот это первый стакан, вот второй стакан. Или этот первый стакан, этот второй стакан. Вот такая штука. И трех звеньев. Вот раз звено, два звено, три звено. Этих звеньев может быть сколько угодно. Их может быть 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я черт вас знает, куда вы такие хотите. Но, чтобы знали, это вот такая штука есть. Одно звено состоит из двух стаканов. То есть, если взять вот это вот звено и поделить его вот так пополам, то получится два стакана. Таким образом, здесь вот, например, получается 1, 2, 3, это 6, 7, 8. 8 стаканов. И вот этот самый стакан, он вычисляется. А вычисляется он, исходя из следующего. Вот в этом отводе есть еще три радиуса. Радиус по шейке, радиус по затылку, то есть вот этот вот затылок, это шейка. И радиус кривизны средний. Ну и последнее, то, что нам нужно для построения, это, конечно, диаметр вот этого отвода. Формулы, честно сказать, довольно-таки простые, их нужно просто понять. Я объяснял эти формулы многим людям, из них, ну, может быть, один понял. Что это такое вообще? Один мне даже заявил: ты мне не темни, ты мне скажи как. Ну, блин, как объяснить как без формул? Я, например, не знаю. Формулу надо знать. Так что, если у вас есть мозг, то имейте в виду, у многих там еще, наверное, появятся и мышцы, которые шевелиться начнут, напрягаться начнут. Может, голова болеть, так что имейте в виду. В следующем видео я уже покажу, что из себя эти формулы представляют. Я их объясню, как что вычислять, насколько у меня это получится. Я не знаю, я, честно сказать, очень долго собирался снять такое видео именно по отводам. То есть объяснить отвод, как из трех частей делают, из двух частей — это одно. Но как современному человеку объяснить, как делаются такие отводы? То есть ты можешь сделать отвод из каких хочешь частей,
какого хочешь диаметра и вообще какой хочешь. Ну, не знаю, вот я хочу выпускать это видео по частям. Так что я вам вкратце рассказал, что вот этот вот отвод из себя представляет. Это все будет применяться в вычислениях. Кому-то это будет интересно, кто-то этого не выдержит, честно скажу. Прям сразу, когда вычисление начнет, возьмет, прям видео закроет и все. То есть кукушка съедет. А что до следующего видео? Это видео первое. Я вас жду. Все, пока.